Грустный плакун какой-то сегодня. Стоять. На второй. Смотри, вышло, нет? Сейчас поглядим. Черный вышел. Красный. Красный пока нет. Аня, пошли. Пошли, команде, я тебе газировку покажу. Пошли, пошли. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. Тут. Май. Тут. Тут. Погляди-ка, вон она-ка. Сколько тут зайка-то поел. Тут. Погляди-ка. Вон как зайка тут кушал. Вон как анцев-то навалял сколько. Вон она. А тут-то посмотри, Майя. Вообще, понюхай-ка здесь-то. Вон. Вон. Тут. Плакуня. Тут. Тут. Зимняя она, наверное, потому что следов нету. А вот это свежая сегодня кто-то откусил. Как это старая? Нет, не старая. Он свежий какой, куста. Это вот старая, это вот это. Лаконя, тут. Тут. Искать. Маня, не тормози. Вон Лаконя уже куда, ты все письма читаешь. Пошли. Давай. Муравейник такой прям очень большой, огромный. Классно, но муравьи еще не проснулись, спят. Вон еще один. Такой большой, с полчеловека, наверное, высокий. Муравьишки спят еще, никого нет. Что-то промелькнуло. Вроде... Ага, да, вот они теперь идут.
пришли туда, откуда мы пришли. Это у них тут переход. Ну, как обычно, подхожу к их переходу, где-то они тут пришли. Зайка, вот зайкину лапки. Вот задняя, передняя. Вот надо здесь. Вот я видела, что-то белое мелькнуло. Может, придет еще раз сюда. Снимал по его позицию. Переходе. Не вон к ней. Походу, она не моя, не успевает. Он тянется. Он был с колонях. Вот они поправили. Гору удобно идут. Вот скоп. Встану на пенек. Так повыше. Фу, комар пристал тут. Рано тебе еще. Тут кровь пить. Обошел. Я его не видела. Елочками. Thank you.
Вот, обошли. Вроде он там в кустах мелькнуло. Да, и собаки прошли. Ага, так и есть. Вон сюда. Ушел к машине, где жировка была, которую я снимала сначала, когда шли. Кружок там у машины и пошел на асфальт поразить такой. Там вообще трасса оживленная. Вот здесь сады. Меняя место дислокации, такую жировку нашла. И говорю, это пятно черное. Они 900 метров. Может, я успею. Володя встал на моем месте. И что-то тут такие крепкий мрак. Залезла, может, там надо было остаться. Не пролезти туда, не пройти. Болото. Зашла вот такое болото. Он трясина. Не знаю, что тут у меня получится снять. И придет ли он еще раз сюда. Вот я в этой черной полосочке. Они его прижали, он пошел широко. Даже не знаю, вернется или нет. Гуляет по саду. Опять на трассу пошел. А там с другой стороны тоже садовое сообщество. Может, придет сейчас. Идут его на меня. Надо готовиться. Он бежал на дорогу, по которой мы приехали. Что-то они там скололись. Крутят. Я поменяла место. Тут вроде получше обзор. Но теперь не уверена, что он вообще сюда придет. Крутят оба. Папаня пошел на большие круги. Внутри все обрезал. Значит, опять центр. Еще ошейники подвисают. Потом они у меня самостоятельно пошла куда-то. Папуня выплюил, пошел быстро. Не потерялась бы. Или что, ее поймали? Что-то ее поймали, что ли, сидит она на одном месте.
А нет, одумалась, побежала к нему. Ко мне идет. Маня орет. Вообще, ревет, просто ревет. Близко идут к зайцу. Сигнал тоже чистит, красиво голос дает. Дайте Майка. Майка просто ревет, опять уходят они на тот дальний круг. Пошла. Схожу к машине. Они уже на трассе. Прижали, видимо, его вообще капитально.